Долгожданное открытие офиса Всероссийского турагентства «Солнце Тур». Федеральная сеть – это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Пролетарской камера зафиксировала драку между водителями. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. У перекрестка улиц Пролетарской и Карла Маркса отношения выясняли водители малолитражки и «Лады Веста». Ой, давай, мужик, я снимаю. Может, поможем? Судя по видео, молодые люди сначала разговаривали, а затем один ударил по бамперу, а другой ему ответил по крылу. Впрочем, вскоре потасовка прекратилась, и водители продолжили путь. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова водитель автобуса поворачивал налево и не заметил седан «Шевроле». На улице Калинина во дворе водитель 14-й ехал задним ходом и врезался в припаркованный «Форд». Скрыться с места ДТП нарушителю не удалось. Во двор вышел водитель иномарки. Осмотрев повреждения, мужчины не стали вызывать полицию. На улице Московской пенсионеры задумались и пошли на красный сигнал светофора. На Советском тракте из кустов внезапно выскочил лось. Недавно опять прислали. Выжил. Не бойся, не бойся. Надо же. Сидите. Ужас. На перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского камера зафиксировала шествие болельщиков после матча России и Испании. Михаил Вагин, место происшествия.